Ну вот и утро в деревне. Конечно, уже не самое раннее утро. Просто ночью приехала со смены и позволила себе так немножко поваляться подольше в постельке. Кс-кс-кс-кс-кс. Так, надо котиков накормить. Ну, держите. Ну что? Так, кто-то едет. Я-то думала, он дорогу равняет, а он просто так поехал. А равнять бы надо было. Еще в этом году ни разу грейдер не проехал. Ну, может, в обратную сторону поедет. Два дня назад рассаживала свои томатики. Конечно, они у меня небольшие, но уже два года так ращу таким способом. И томаты есть, не жалуюсь. Посеяла 12 апреля под пленку в теплицу. Вот какие выросли, такие выросли. По-моему, даже неплохие. Ну, до цветов нам, конечно, далеко. Вот уже с утра сегодня успела полить. Пока они хорошо врастутся, буду поливать почаще. Все-таки сухая земля, особенно посерединке. Я бы не сказала, что плохие. Вот такие красавчики. Осталось еще... Много рассады стоит вот в ведерках. Не поднялась рука выкинуть. Предложила соседке, но она такие маленькие не хочет. Купила по полметра с цветами. Теперь вздыхает, что все вялые. Но и он какие красивенькие. Но никому не нужно. Так что выкину. Ждет своего часа капуста. Огород у меня еще не обработан. То холодно было, то мокро. Была бы своя техника. Когда захотел, тогда и въехал. А так, зависишь от других, тоже какая большая. Трудно ей будет прижиться. Вот так, как есть. Вчера приезжал сосед, закультивировал огород, наконец-то. В этом году он у меня совсем маленький. Очень хотелось бы хоть картошки побольше посадить. Но не знаю даже, что делать. Техники не найти. Большой кусок я картошки сажать не буду. Ну, хотя бы соток 15. И из этих 15 соток гнать ту же сажалку за 4 километра. Да кто же захочет ехать? И тем более не вижу смысла. В прошлом году посеяли... Вернее, посадили картошку там дальше, к лесу. А сосед буквально в 200 метрах в лесу поставил кормушку и привозил кабанов. Пол куска, как не бывало, картошки. Пошла к нему, прошу, говорю, ну зачем ты так делаешь? Что мне теперь делать? Он как бы с усмешкой, а они картошку не едят. Я говорю, ну как не едят? Пойдем покажу. Говорит, а свежая? Я говорю, да нет, вот пару дней уже не ходили. Как-то и не пошел. Смотрю, все носят и носят в эту кормушку. По полмешка чего-то таскает. Зерно, картошку. В общем, горе-горешко. Раньше они просто пройдут и уйдут. Ну, пару раз за год. А тут же почти каждую ночь приходили. Стали, у нас тут... Лес болотистый такой, держаться они в этом болоте. Там за горкой тоже живет хозяин. У него уже в этом году вскопали так, что отсаживал по новой. Но у него своя техника.
Ну вот, вроде бы близко живет, только не допросишься. Нет, и все. Ну, нет, значит, нет. Придется осенью картошку покупать. Сколько смогу, посажу своей под лопату. Ну, так нелегко вроде бы. В деревне живешь, а вот техники нету своей и никак. Во хлеб сегодня не ходила. Все кричат. Так, вот мои типочки. Ой! Так, сейчас вас кормить буду. Сейчас. Ай-яй-яй. Тоже бы пройти. Так, сейчас я вам насыплю. Ну, чем вы меня отблагодарите? Ой. А вот они. Яички. У меня пока только 6 курочек несушек. Ращу новеньких. Купила инкубатор. Вот у нас тут постарше, помладше. Ну, тут мои перепелочки. Вчера уезжала на работу, травки оставила. Нету больше этой травки. Такие метелочки остались. Склевали. Надо новый собрать. Так, вот. И тут уже яички есть. Такие малюточки. Так, надо и вас кормить, поить. Да-да-да. Вот самые несушечки. Газечка еще есть, да. Вот, ну, красавицы. Если вас накормлю, напою. Так, тут меня тоже ждут. Так, давай-давай, кушать будем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, давай кушенькать. Вот. Эту накормили. Так, вы не кричать, скоро на поле пойдем. Да. Сейчас еще маму подоить надо. Так. Сейчас будем. Буду вами заниматься. Старая гоняет молодую. Так. Ну что? О, чашки все поскидывали. Так, иди, иди, иди ты свою. Так. Сдаиться будем. Все, козочки подоены. Осталось их только на пастбище вывести. Так, куда? Дай мне выйти. Дай мне выйти. Вот так. Ну, а тут ждут молочко. Так, сейчас я навалю. За работу. Брысь. Что мышей ловите, кушайте. Так, ну что? Тут все в порядке, все кушают. Кто-то уже на улице гуляет. Ну давайте. Кто первый? На поле кто пойдет? Ну что смотришь? Иди сюда. Ну вот, вывела все козочек на поле.
Осталось только воду разнести, чтобы было что пить. День пока предвидится, что хороший будет. Так, да куда ты достаешь? До сюда. Себе водичка. Так. Может, сама достанет. Так, и козлику. Ну что, да куда ты достаешь? Чтоб веревку потом. Ну, отойди. Так, до сюда. Ну вот, чтоб веревкой потом не зацепило ведро. Еще чуть-чуть подальше. Вот так. Вот. Надо все-таки проверить, достанет ли козочка воду или нет. Надо рассчитать так, чтобы доставала, но и веревкой не смогла. А, достанет вроде. Зацепить ведро. А то выльет и все. А воду далековато тащить от колодца. Ну, вот так проходит каждое утро. Еще собачка осталась. А тут у нас квартиранты живут. Вот уже гнездышко подлепили. Вот улетела куда-то. Сидела тут на кругу. А, на будущий гараж перебралась. Вот она. Гнездились тут, гнездились. А вот один год они пропустили свое гнездование у нас тут. Была у нас тут электролиния, но провода поснимали, столбы поснимали и все закопали в землю. Прилетели бедные ласточки. Покружили-покружили. А сидеть-то негде, все они на проводах сидели. И улетели. А теперь приспособились. То на крыше, то на баскетбольный круг сядут. Нашли свое местечко. Так, пойду еще сено на вечер козам кину. Ну, а ты чего? Ну вот, не зря я ее кормлю. Пожалуйста. Да, молодец, молодец. Мышку поймала, да. Умница. Котенка своего ждет. Хотя уже и большой, но все равно подкармливает. Как оказалось, еще во хлев воды надо принести. Закончилась вода. Ведра от колодца дома. Так что пойду я на пруд за водой. Пруд у нас интересный. Копали мы его уже лет 11, наверное, назад. Выкопали пруд, утащили экскаватор. А к утру уже котлован был весь полный воды, и вода подтекла через по всему вот этому полю. Пришлось тащить экскаватор назад и копать отводную канаву. Вот так, как бы такой наклон есть. И тот, кто нам копал, придумал очень умный вариант. Он сделал насыпь. И получилось вот как бы... Я стою внизу, а вода, вот она как. Иначе бы, если бы не было насыпи, пруд бы в одном месте был очень мелкий. Ну, вообще бы он, по сути, был бы очень мелкий. А теперь нормальный прудик получился. А все дело в том, что здесь бьют родники. Поэтому... Здесь все время холодная вода, постоянно. И выкопали отводную канаву, и вода все время вытекает. А если ее закрыть, то все, пойдет через край вода. Вот, вот так вода все время течет.
Ну что, надо и тебя покормить. Да. Прячу, кормим в будку. А то, о, даже еще не сел. А то добрая душа дает кушать всем курам. Да, ну что, хороший, 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 хороший. Угу. А эти все съесть согласны. И корм для собак, и корм для котов, и хлеб. Все едят. Вот, пожалуйста. Вот уже зашел прямо в сени и клюет тот корм, что дала котам. Ну, пожалуйста, Петя, совесть ты имей. Вредина. Все вы маленькие, хорошие, а когда вырастаете, такие вреднющие становитесь. Но из-за ваших яиц надо вас терпеть. Да. Ой, какой черненький. А деловущие уже маленькие. А деловые кошмар. Ну что, Петя? Так, опять кто-то уже. Отвернулась и уже опять. Ну? Осталось последнее утреннее дело на улице. Принести домой воды. И можно будет немножко отдохнуть. А потом вот заняться готовкой, уборкой, мойкой. Вот, иду к колодцу. Все мечтаю о том, когда будет в доме вода. Но пока никак. Вот мой колодец. Колодец необычный. Здесь два круга. Один в земле, другой почти весь над землей. Это родник. Тоже родник. Вот там пруд находится. И вот буквально на одном уровне с ним колодец. И вот сколько здесь воды. Полный пруд, полный колодец. Система родниковая. Пожалуйста. И набрала воды. Не надо никаких приспособлений. Когда копали пруд, пока котлован был пустой, и в колодце вода ушла. Мы даже испугались. Там все без воды остались. Но тут все взаимосвязано. Полный пруд, полный колодец. И вода холодная, вкусная. На работе в кулере воду вообще не могу пить. Какая-то противная. Привыкла к своей. Тут по Резекне местный блогер ездил, минерализацию воды проверял в колодцах, в родниках. Ну, больше, конечно, в родниках. Я так думаю, что здесь тоже она зашкаливает. У меня в чайнике накипи вообще нету. Тоненький-тоненький белый слой чего-то, который легко протереть губкой. Стоит стиралка. Стиралку я тоже воду ношу в бочку, и уже из бочки она забирает с насосом. И стоит фильтр. Вот пятый год, наверное, уже пользуемся. Фильтр, можно сказать, белый полностью. Одно небольшое такое желтое пятнышко есть. Вот такая здесь вода. Не знаю, насколько она вредна для здоровья. Может, что-то свое и дает, но кто знает. Ну, вот она и есть, родниковая. Холодная, вкусная. Кажется, вот какой вкус может быть у воды. Ну, реально, на работе я пить воду не могу. Вот так. До дома мне надо нести воду.